Спонсор программы «Телезащитник» – консультант Коми. Консультант Коми – право жить разумно. Алексей, то есть получается, вот эти три вопроса мы рассмотрим сейчас, все остальное оставим на потом. Хорошо. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Это программа «Телезащитник», в студии, как всегда, Елена Шумилова и адвокат Алексей Князев. Сегодняшняя наша тема – это обеспечительные меры. Алексей, все-таки договорные отношения, обеспечительные меры, как они вообще взаимосвязаны? Любой договор, принцип, договор должен соблюдаться. А соблюдаться он может либо добровольно, когда стороны абсолютно добросовестно выполняют взятые на себя обязательства, либо если одна сторона уклоняется от исполнения обязательств, можно прибегнуть к неким способам защиты. Угу. Способы защиты могут быть самые разные, либо, мы говорим, обращение в суд, с иском, понудить делать то, другое. Но есть и иные способы. Когда не нужно обращаться в суд, а мы говорим о возможности неких своих оперативных действий. Человек сам защищает себя на основе, опять же, договорных, либо законно установленных способов обеспечения обязательств. Вот поэтому давай разберем конкретные ситуации. Да, есть у нас вот письмо от Станислава, он как раз-таки обращался в обувную мастерскую, заплатил аванс при сдаче своей обуви в ремонт. И как раз, когда пришел забирать свою обувь, ему сказали, нужно доплатить. И Станислав высказался, что это его имущество, это обувь, он ее заберет, оценит вообще, хорошо ли было сделано, и тогда будет решать, нужно ли доплачивать или нет. Вот прав в этом случае Станислав или нет? Правильно поступает вот эта мастерская. У них есть такой способ, вот возвращаясь к теме нашей сегодняшней вот передачи, это как раз удержание. Это некий способ, законом предусмотренный, не отдать вещь, пока не исполнили встречное обязательство. Вопрос такой. Если была оговорена сумма заранее, что вот этот ремонт будет стоить столько-то, аванс будет столько-то, почему, на основании чего тогда они имеют право выставлять большую сумму? Нет, я думаю, что, конечно, здесь предметом спора является несколько иная ситуация. Потому что, как говорит Станислав, он вроде бы, в принципе, ведь не против того, что цена верная. Но другое дело, что она определена на основе тарифов. И даже не могут спорить ведь о стоимости. То есть Станислав может считать, что он не должен столько денег. Обувная мастерская может считать, что мы должны, что им должны больше в силу вот их тарифов, более дорогие использованные материалы, там, я не знаю, какие-нибудь подкладки, нитки, ну, что здесь используется, кожа. Возможно, это что-то вскрылось в течение как раз проводимого ремонта. И, конечно, это явно обговаривалось заранее. Если не обговаривалось, то явно висит у них некий прескурант цен, на основе которого они определили стоимость. Но дело даже не в этом. Станислав, конечно, может спорить о стоимости, но требовать возврата сейчас обуви, если мастерская настаивает на оплате, он не вправе. Почему? Потому что этот способ законом предусмотрен. Способ, который называется удержание. И вопрос, что делать дальше, Станиславу объективно необходимо на этой стадии смириться. То есть он должен сначала заплатить, ему эту обувь возвратят, и только после этого он вправе предъявить те претензии, если он увидит претензии к качеству, либо претензии к стоимости. Качество в рамках гарантийных обязательств. То есть, конечно, на этот ремонт тоже распространяется гарантия. Конечно, он может поступить по-другому. Не забрать сначала обувь, заплатив все и спорить о стоимости, а сразу, если он убежден, что с него просят денег больше, сразу обратиться в суд. И если как раз мастерская не сможет доказать, что их тарифы на этот ремонт выше, что появился тот необходимый ремонт, для которого эта обувь была сдана, то, конечно, его позиция будет абсолютно правомерной, и он уже тогда сможет забрать эту обувь. Но еще раз, возвращаясь к теме нашей сегодня программы, тех вопросов, которые есть, само действие по удержанию, в случае, если требование об оплате является правомерным, здесь будет законным. Перешагиваем через этот вопрос и приступаем к следующему. Есть обращение от Николая. Вот он интересуется, чем же все-таки отвечает поручитель? Какие бывают возможности отказа от поручительства? Можно ли договориться на безвозмездное поручительство? Вот, Алексей, давайте мы вот этот вопрос рассмотрим. Поручительство не зря рассматривается сегодня у нас, то есть это тоже та же самая тема, некий способ обеспечения обязательств. Он направлен на защиту интересов кредитора, то есть получили вы кредит в банке, и банк страхуется, что мало ли вы не рассчитаетесь, пусть будет кто-то еще, кто за вас
готов понести эту финансовую ответственность. Понести эту финансовую ответственность. Причем мы же понимаем, что деньги ты получил в кредит, не кредит получил не поручитель, да, а получил другое лицо. И, к сожалению, очень часто есть вот это непонимание. То есть друзья, близкие, знакомые, соседи иногда подписывают поручительство, сослуживцы по работе, считая, что это некая вот такая небольшая услуга, которая ни к чему их не обязывает. Ну, надо подписать, на, подпишу тебе, да? То есть, фактически, этот документ, когда, например, люди просят, ну, пойди ко мне в ипотеку, мне вот нужно, вот не хватает немножечко. То есть, здесь нужно реально оценивать, что этот долг, человек будет жить в своей квартире и не платить, а этот долг повиснет как раз-таки на том, кто поставил свою подпись. Конечно. То есть, здесь поручитель должен осознавать в полном объеме, что заключая договор поручительства, выступая поручителем, он, не получая тех средств, которые получает кредитор, ой, должник, поручитель полностью будет отвечать по этому долгу от начала и до конца. Ну, естественно, по общему правилу, если нет неких там оговорок в договоре, некого ограничения этой ответственности, как правило, конечно, поручитель отвечает в полном объеме. Причем за проценты, за санкции, за все, что только может быть предъявлено самому должнику. При этом, по сути дела, эту услугу, ну, фактически некая эта услуга для вашего там соседа, знакомого, он делает безвозмездно. Как правило, да? Как правило. То есть, ну кстати, кстати, дружеских никто каких-то... ведь не просит, вот ты мне заплати, а я пойду тебе поручить. Да, в силу дружеских каких-то отношений. Заключается поручительство абсолютно безвозмездно, а риск достаточно высокий. Конечно, поручитель, если с него возьмут либо часть денег, либо все деньги, которые должен был кредитор, после того, как он эти обязательства выполнит за должника, он вправе перепредъявить к нему эти требования. То есть, ну, сначала он должен сам заплатить, возможно, даже лишиться какого-то своего имущества, и только потом он может прийти к этому кредитору, к этому должнику, уже сам как кредитор, да, и начать взыскивать с него эти средства, которые он уплатил. Причем очень неприятно может оказаться, ведь почему пришлось платить поручителю? Потому что как раз и не получилось это сделать должнику. Получается, Алексей, если, например, такая ситуация, два человека, один выступает поручителем, было куплено какое-то имущество, поручитель платит за это имущество, гасит кредит в банке, и когда приходит момент расчета вот как раз таки с тем товарищем, за которого он подписался, он может прийти и сказать: отдай, это мое. Так может быть? Конечно, он отдать может, потребовать, вот, но опять же, еще раз говорю, только в той части, в которой он за него исполнил обязательства. То есть, заплатив за него, ну, скажем, там, половину кредита, так получилось, что с него эти деньги взыскали, он может теперь прийти к тому должнику, которому, за которого он поручался. Но пока он ничего не заплатил, прийти к нему и сказать: заплати мне, я тут за тебя сейчас буду в будущем платить, нет, такого, конечно, быть не может. И ну, вызывает иногда, ну, просто удивление, как граждане иногда легко к таким ситуациям относятся. Просто с недоумением говорят: ну как он мог, он не заплатил, почему банк ко мне пришел? Но эти моменты надо понимать на момент заключения. Полностью берет на себя лицо вот эти обязательства. И вот здесь в вопросе еще у Николая звучало, а возможно ли договориться бесплатно? Ну, да, но о некой вот бесплатности. То есть вроде я подпишу поручительство, а платить деньги не буду. Но ты с меня ничего не будешь. Да, и банк так, ничего, да, с меня не возьмет. Так, конечно, быть не может. Да? То есть конечно, поручительство – это полная финансовая ответственность. Да, конечно. Ну вот, Елена, вот прозвучала у тебя еще ситуация. То есть вроде бы это как-то бесплатно, мы такую услугу указываем. А можно ли это делать возмездно? Конечно, можно сделать. То есть, если к вам пришел знакомый, там, хороший или нехороший, говорит: а вот давай-ка ты за меня поручись. Вы говорите: ну ты же понимаешь, что я рискую там своим имуществом, я предлагаю тебе это сделать возмездно. Абсолютно легально можно договориться о том, что поручительство будет стоить денег. Ну, вот как банковская гарантия, да? В принципе, это да. Такая же некая форма поручительства, когда банк гарантирует, что будет исполнено то или иное обязательство, но делают они это за деньги, и причем делают за достаточно большие деньги. То же самое может сделать любой гражданин, когда поручается за своего знакомого приятеля. Так что в данном случае либо вы делаете это в силу дружеских отношений, понимая, что вы другу помогаете, будете за него отвечать в случае чего и не роптать на то, что это произошло, либо делать это за деньги, за какой-то там небольшой процент, абсолютно тоже легальный, получая за этого доход и заплатив, конечно, налоги за эти суммы, но так или иначе это все законно.
Еще один вопрос. Задаток. Обращается к нам Виктор. Дело в том, что он собирался продать дачу, нашел покупателя и заключил с ним договор, по которому задаток был выплачен. И вот сейчас получилось так, что мужчина отказывается продавать дачу, сложились так обстоятельства, и теперь тот покупатель, с которым был заключен договор, требует: верни задаток в двойном размере. И Виктор, естественно, спрашивает, что вообще, почему я должен платить в двойном размере? Виктору следует объяснить, что дело в том, что задаток, часто воспринимают задаток как вот некая такая денежная сумма, которая защищает только продавца. Что вот продавец взял задаток, который, ну, частично в будущем будет в счет оплаты поступать, и в этот момент он себя защитил, что если вдруг покупатель откажется, я у себя оставлю и уходите, все, я у себя оставляю этот задаток. Но дело в том, что закон-то идет по пути тому, что этот задаток защищает не только продавца, но и покупателя. То есть это обоюдная обеспечительная мера? Это некая, да, обоюдная обеспечительная мера, что если, вот как в этой ситуации, Виктор отказывается, как продавец потенциальный, я вот не хочу продавать. В этой ситуации покупатель в силу закона, но опять же, если некие иные обстоятельства в договоре не были оговорены, они вправе не только попросить назад задаток, но попросить его в двойном размере, то есть защищая свое право на возможность заключить договор в будущем. Вот как в данном случае задаток был выдан в счет, ну, будущего заключения договора. Продажи дачи. Да, договора продажи дачи. Конечно, существует очень много там непростых ситуаций в судебной практике. Иногда задаток там применяется, не применяется к предварительным договорам. Но в данном случае спор очень конкретный, связанный с неисполнением обязанностей, обеспеченной задатком. Если не исполнена обязанность, задаток должен быть возвращен в двойном размере. Это прямо прописано у нас в Гражданском кодексе. Да, это прямо прописано в Гражданском кодексе. Задаток не стоит путать вот с авансом. Аванс – это просто предоплата, а задаток, вот как мы говорим, тема сегодня нашей программы – это обеспечение обязательств. Значит, она идет неким, может быть, некой санкцией, неким стимулирующим фактором для того, чтобы стороны сделку заключили. Алексей, спасибо, уважаемые телезрители. Это были все вопросы, которые мы успели разобрать сегодня. Следующая передача наша будет посвящена брачному договору. Итак, в студии сегодня были Елена Шумилова и адвокат Алексей Князев. Всего доброго. Пишите, звоните, обращайтесь. Ваши случаи готовы разбирать здесь, в нашей студии программы телеканала «Юрган». До свидания. Спонсор программы «Телезащитник» – консультант Коми. Консультант Коми – право жить разумно.